Станислав Румянцев готовится выйти в свет. Сегодня генерал-майору в отставке 80. Военная выправка, китель, мундир. Армейская дисциплина, уверяет юбиляр, это навсегда. Мундир уже 40 лет, в смысле генеральском. Перед самым выходом раздается телефонный звонок. На другом конце провода давний друг. Его офицер тоже зовет на раут в свою честь. Это мэр города. А поздравлять меня будет. А ты подъезжай, ты же рядом где-то. Ну, подскочи, в 11:00 мы там встречи. 10:50. Военнослужащие Бобруйского гарнизона приветствуют офицера прямо у подъезда, отдают почести. Как учили. Майор проводит именинника прямо до машины. В холле Краеведческого музея юбиляра уже ждут первые лица города. Александр Студнев шутит. Только генерал приезжает ни минутой раньше, ни минутой позже, точь-в-точь, хоть часы сверяй. В преддверии этой знаменательной даты, как генерала, как человека, который не понаслышке знает, что такое война, как она досталась нам, эта победа. Спасибо огромное за то, что вы сделали в этой жизни. Спасибо. Станислав Румянцев в прошлом командующий 5-й гвардейской танковой армии. Офицер ностальгирует. За 80 лет бывало всякое. Холод, голод, разруха, слезы. Это про войну. Звуки летящих немецких самолетов помнит, как сейчас. Победа 45-го. Самый радостный и трогательный момент в жизни. Я помню те времена, когда мы 6-летние мальчики, 7-летние там, видели, как эшелоны шли с надписью «Любимой Белоруссии» со стройматериалом, и как быстро возродился потом город Минск. Дружеская встреча. В этом году Станислав Румянцев провел день рождения в кругу близких людей. А ровно через 4 дня с ними же отпразднуют 75-летие Великой Победы. И снова как в первый раз. Мария Бересневич, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.